Переславский депутат попал под следствие. Областным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего парламентария районного собрания. Его подозревают в мошенничестве. Согласно материалам дела, в 2010 году мужчина был назначен директором детско-юношеской спортивной школы номер 2. В период с сентября 2013 года по апрель 2014 подозреваемый необоснованно повышал коэффициент своей заработной платы. В результате, по мнению следователей, получил дополнительно почти 40 тысяч рублей. В настоящее время депутат находится под подпиской о невыезде. За диджейский пульт он вернется не скоро. Сегодня Кировский суд вынес приговор известному ярославскому шоумену, диджею Неону, настоящее имя которого Владимир Васильев. В марте при обыске его квартиры оперативники нашли более 200 граммов амфетамина и партию марихуаны, а также весы и пакетики для фасовки наркотиков. Сегодня диджей Неон услышал вердикт Фемиды. Суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. Известно, что адвокат Васильева намерен обжаловать приговор.